У меня арбалет этот есть в твоем оружии. О, я бы, кстати, вот это бы залутал. А там кто? Там опять кто? Босс. А, там сокровищница, да, по-моему, что-то такое? Да, да, да. Конечно. Я... У вас есть факел там кинуть, посмотреть? Да, есть, сейчас. Нет, просто нет. Да, есть, и кидает фаербол туда. Там скелет, лучник, 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 осторожно. Свокт. Ух. Арбалет и... Ух ты ж. Агменг свокт нужен? Соул. О, а какой? Ну, самый обычный. Вот еще этот арбалет. Не-не-не, мне нужен этот шорт сворд. Ага, понял. Арминг я не могу экипировать, это тоже. Я не могу открыть. Да, это нужен скилл на вскрытие этих перков. Так у меня есть. А, золотая комната, золотой ключ нужен. А где золотой ключ брать? Где-то он выпадает. Раньше с скелета выпадал, с этих, которые со щитом такие мини-боссы. Сейчас не знаю, может тоже с ним. Может где-то здесь должен быть? Да. Так, а подождите, а куда мы? Мы их сделали здесь. Так, а там что-то... Тихо. Там трупов до хера. Тут у меня библиотека есть. Здесь именно люди дохнут. Так будем или нет? Я все с него залутал. Вообще вот там попроще, мне кажется, было залутаться. Вот в той комнате, как раз к центру. Шкаф убили, тут типы залутанные. Окей. Стойте, 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 стойте. Ой-ой-ой. А я залагал. Я нагнался на плохие. Ой-ой-ой. Два файтера. Ой-ой-ой. Блин, ты чё ж не работаешь? Ой-ой-ой. Отступай, а, Рога. Меня убили. Лучник там, у него арбалет. Можно пройти, пожалуйста? Загаженные. У них мы их не продамажили, да, никого? Я даже не понял, продамажили или нет. Да, никого не продамажили. Там осторожно тоже у кого так болят есть. Он за тобой. Уроги преимущества в закрывании дверей, поэтому ну, да. Трудно будет догнать, плюс смог спить.
И на лампочку. Пусть. Это имба какая-то. У тебя фласка, если что, палит тебя. Его уже ничего не палит. Хорош, все. Балбесы. Но если они тут втроем долго будут, то у меня проблемы. Их, походу, еще ударил эта хрень. Да. Ищет, собаки. Блин, вообще его трудно догадаться, да, то, что сюда вообще можно запрыгнуть. Ну, просто он причем даже наверх вообще не смотрел. Да, ну типа ты понимаешь, у тебя в голове не укладывается то, что можно запрыгнуть на люстру здесь. Ты мало того, то, что думаешь про двойной прыжок в уроке, так еще и на люстру, еще куда-то дальше. Вообще, типа, он... не может быть в его голове такого. Где руины, как-то там вообще... Залезть можно куда угодно. Анимация прикольная, кстати. Ну я тут туда буду ждать, сейчас может портал появится. Ну да. Он что, меня один преследовал? Интересно. Видимо. А здесь вот на этой еще получше, может чуть-чуть повыше, тут даже потемнее чуть-чуть. Хуже освещение, чем там. У меня лута особо, конечно, нету, но... О! А, там вдали синий. Хочешь там док золотать? Да-да-да, я сначала активирую. Пригодится. Так, как запаски. Вон они, падла. Хей, face me. Чатик с балетиком. Ой. Face me, you coward. Face me, face me, face me. Ладно. У них арбалетчик есть? Да. Ну загружается с голову. Фиг с ним. Время на них тратить еще. Я бы их сейчас развалил тут всего. А, батя не загаженные. Они в Кагасна идут. Мы тоже ходили туда два раза даже сегодня вот выигрывали.